первый матч. Поздравляем с победой. Первый гол, первый пас. Все так, так много и сразу, да? Раз еще. Да, действительно. Все так много и сразу, эмоции. И я думаю, что тебе есть что рассказать про первую игру. Ну, естественно, хотелось помочь команде. Там приехал, меня тут рассчитывают, чтобы там забивал, давал в обороне играть. Как себя чувствовал в игре? То есть насколько быстро влился первые смены вот эти все? Ну, естественно, тяжеловато. Вообще всю игру было тяжеловато, потому что я неделю не катался, там играл мало, столько времени, сколько я на льду провел, ну, здесь провел, кажется, я столько не играл. Ну, вот, но все равно тяжело, но со временем, через игры, через тренировки, все придет и будет нормально. Голевая передача, потом случился минус, да, когда забили в твою... Два минуса, да. Вот здесь как-то уверенность не подкосила у тебя? Да, ну, нет, всякое бывает, как бы не надо останавливаться, продолжать просто играть дальше. И вот ты по шайбе с такой злостью, мне кажется, шмальнул просто. Ну да, это в Америке там какие-то нелепые голы забивал все время. Тут прям такой момент был, ее надо было туда. И вот эта шайба, она как бы дала еще дополнительный рывок. Там все-таки Северсталь нагоняла и после этого. Ну конечно, да, любая шайба дает тебе какой-то импульс. Там хочется еще. И вроде получается все. Михеев сегодня хэт-трик, да, очень быстрый и равные составы, большинство и меньшинство. Видел такое? Да нет, наверное, такого не видал, что прям и в равных составах, и в меньшинстве, и в большинстве такого не видел. Как игралось с партнерами, с Дерной и Стольбергом? Хорошо игралось, как бы нормально. Естественно, еще пока мало играем вместе. Ну, со временем все это, все придет, будет больше голов. Ну, а в целом что-то необычное есть? Вот ты сейчас от и до побыл, да, то есть от начала подготовки к игре, затем уже, собственно, сама игра и после матча, вот традицию увидел нашу, да? Ну да, да, в принципе, очень похоже все, как в Америке, в командах, прям, ну, прям очень похоже. Ну, не как там в России, вот сколько я в клубах был, такого в России не было. Ну, атмосфера какая ощущается? Да, атмосфера хорошая, коллектив дружный, как бы помогают все, грех не играть.